Из борцов. Что хочу сказать. С разгорающим я познакомился. Раньше вас все, и раньше Володя, Саша только родился, я Гараев призвался в армию. Вот. Это мой второй тренер в армии. Прослужил я два года у него, был призором вооруженных сил. Что мне из вот борьбы дал, это ну, характер биться, драться на ковре и быть человеком нормальным в жизни. Вот. Поставил партерную борьбу. Хорошо я там партер. И задний, и обратный тащил. И стоял от наказа. Я сейчас вспоминаю, что меня хотел. Константин. Вот. А так вот, по большому счету, не помню. Да никто в партере ничего не делал. Вот. Мне кажется. Ну, это на Игорач вложил. Вот. Два года прослужил, мобилизовался, снова ушел на металл. Так сложило, что последние годы, ну, перед болезнью Наиль Гараевича, снова мы вместе, снова работали. Я в Олимпийском училище, и он как, ну, человек, который уже с опытом, с богатым, он непосредственно помогал ребятам, помогал мне как тренеру, мы с ним в паре работали. Ну, потом случилась болезнь, все, он отошел от борьбы. И все время, ну, приходили сюда к нему в гости, вот. Все время, как там борьба, как там что, интересовался до последних дней жизни. То есть он этим жил. Вот. И приятно, конечно, что вот с ним судьба сложила. И я вот на пенсии до сих пор еще что-то пытаюсь сделать. Ну, уже не пытаюсь, работаю. Но закалку от него получили нормальную, мужскую. Именно на ковре драться, в жизни быть нормальным. Человек. Все. Ну, царство небесное, вот, и земля. Пухом. Тарелки, которые... Не... А, тарелки, давайте под второй вам принесу. Это супер.